Всем привет! Вы на канале Прелесть 3.4 Рус, и с вами я, Елена. Мы с вами проходим проект G, 14 уровень, обнаружение бомбы. И это заключительный уровень. Прохожу я на стареньком ноутбуке. Ну, как всегда, ничего не изменилось за последнее время. Так, ну давай же. Ну что ты? Вот, собираем дружбайки. Да, эта игра у нас была на диске. Да, она и есть у нас на диске. Не играет. Блин, он так шикарно пистолет перезаряжает вообще, я балдею. Шикос вообще. Давайте лечиться. Что могу сказать? Как всегда. Челлендж без ранения — это не для меня. Меня сразу затопчут. Без аптечки я не смогу. Чело, ты где? Чело? Ну иди сюда. Я тебя жду, мой хороший. Блин, ну вообще шикарно. Перезаряжает. Вот интересно, вроде, как говорится, прицел на него, а как будто стреляет вообще в разные места. Да что ты, блин? Выше надо было, что ли? Ну, как всегда, один. Давайте с вами дверь откроем. О, одного мыши съели, прикиньте. Нету. Ну и ладно. И второго мыши унесли. Чуху, чуху, паркур. Марио, динь. Так, нас там БМП ждет. Пошлите фейерверк посмотрим. Самых шикарных мест. Портье. Или, а, нет, портера. Фейерверк, гляньте. Клич! Красота, фейерверк. Да и только. Так, пока едем вниз, давайте полечимся. Что-то я опять не берегу свое здоровье. Вот вы мне скажите, как можно быть таким лохом?
по-другому не скажешь. Вот, в том плане, то, что я этот уровень прохожу, наверное, раз десятый. То у меня с записью что-то не то, то у меня со звуком что-то не то. То я просто-напросто не так играю. Убежала ночная кобыла. Последняя буква алфавит. Ладно, и какая вероятнее всего установила буму в большом отделении, где производится электричество? Там дверь все равно не открывается. А уже уровень наизусть. Так, если камеры сработают, сигналка включится, вот эта фигня будет у нас стрелять, а нам этого не надо. Смотрите, у них тут офисы, так, забираем боеприпасы. Давайте возьмем Джекмер кувалду. Столовка тоже. Берем камеру. Блин, шикарная у них столовка. Пирожки. Пирожки. Вот этот компьютер взорвался, а работающий компьютер не взорвался. Это вот какая-то несуразная фигня. Охранные системы вооружения дезактивированы на 2 минуты 30 секунд. Ну, 30 секунд самое главное, без них никуда. Не сработают. Я вам не собачка. Да харе в меня стрелять. Жалейте, щеночка. Точнее, Джонсика. Так, давайте мы с вами быстренько перенаправим пушки, пускай их мочат. Хакер. По Шурику мы полетимся. А, ну где-то еще аптечки надо были. Шикардос вообще, шикос. Шикос. Так. Я хочу такой же костюм. Он тут, наверное, если я не ошибаюсь. Радиация везде, а он без костюма ходит. Весь светится, наверное, зеленым будет. Спускайся. Да блин, не застревай. Ты через него, что ли, стреляешь? Непонятное существо. Так. Пошли так.
они, наверное, в этом офисе живут и их не выпускают. Они как на работе тут. Вон, гляньте. Беги сюда, беги, я тебя жду. Я тебя жду. И они тут, видать, живут и их вообще никуда не выпускают. Лечение тут очень долгое. Да, кстати, тут типа у нас засада. Ну, видите? Эту засаду можно, конечно же, обойти. Но мы не ищем легких путей. Слиняла, зараза. Двери прикольные. Почти как у Феррари. Так, синхронно. Ого. Двери так открылись забавно. Наша кобылка убежала. Все, включились. Поперли. Там ничего нет, видите? Там в офисе. Я же говорю, их отсюда не выпускают. Что они от злости, видать, все туалетные кабинки посломали. Шикарное такое оружие. Я раньше им не пользовалась почти. Джекхаммер, Джек Кувалда. Да, игрушка хоть и старая, но сложная. А сложная тем, что нету сохранений. Вот, например, вот тут бы сохранился и все. А нет. Когда нету сохранений, это жесть. Ловите сюрприз! Не получился сюрприз.
пошли опять лечиться. Благо тут аптечку дают. Да, это ныкуха. С плюхами. Со вкусностями. Да, тут такой пистолет какой-то интересный. Кольт Анаконда. Гляньте. Давай, давай. Тут прям жесть какая-то. Хорошо, хоть тут аптечка нормально. Ты, блин, застреваешь, а ты прям бесить этим начинаешь. Джонсик. Да, мы с вами взяли сдвоенное УЗИ, но это такая дрянь. Я вообще УЗИ не люблю пользоваться. Кобылка опять от нас свалила. Yeah.
Послушаем, как у них принтеры работают. Ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я надеюсь, что этот уровень сейчас мы быстренько пройдем. Где наши солдаты, а? Блин, ребят, это так страшно. Чуваки, вы где, блин? Вот один вижу. Дай пройти. Не стой. Вот второй. Шикарно. Вот моя нютка, Анютка. Нютка, Анютка. Умничка, давай, 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 шустрее, шустрее. Мы с тобой, мои хорошие. Джонс, бомба разряжена. Есть, мы с вами прошли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И оставляйте комментарии, будет интересно. Есть!